Прикосновение. Чувствовать тепло любимого человека порой необходимо нам, как воздух. Такое понимаешь только, когда этого лишаешься. Так и живем, я и мой фиброз. Улыбнись, бар. Стелла, прекрати, нашла кого снимать. Что бы я без тебя делала? Умерла бы. Нам здесь нельзя подходить друг к другу ближе, чем на 1.5 метра, во избежание обмена бактериями. Преследуешь меня? Только чтобы представиться, я Уилл Ньюман. Ты из тех, кто нарушает правила ради призрачной иллюзии контроля. Угадала? Возможно. Какой крутой. Не могу не согласиться. Далеко не всем везет здесь лечиться. Нас никто и ничто не спасет. Мы ходячие мертвецы. Ты обязан принимать лекарства. А, так вот почему меня ими пичкают. Так, все таблетки будем пить вместе, чтобы я знала, что ты не халтуришь. По рукам? Смешно. Значит, ты в кои-то веки запала на парня, а он с такой же болячкой. Я просто помогаю ему с лекарствами. Ой, да для тебя пилюли раскладывать уже прелюдия. Ну-ка, разошлись на 1.5 метра, будто вы не знаете. Подхватишь инфекцию и забудь про свою операцию. Не хочу навредить тебе. Пойми. Все это время я жила, чтобы лечиться, а не лечилась, чтобы жить. Но я хочу жить. Болезнь столько всего у меня отобрала. Пора хоть что-то отвоевать обратно. 500 миллиметров, 50 сантиметров, 0.5 метра. Один метр. Ты со мной? В метре друг от друга. Смотрите в кинотеатрах.